Но любая игра лучше, чем тренировка. Так что результат, может быть, отходит на второй план, но то, что хотели, то увидели в плане того, что движение. Потому что были и выходные, именно нужно было сегодня и объем работы сделать. Вот. Поле вроде и позволяло и технически работать, так что были какие-то моменты технического брака, но это не столь важно. Самое главное, что вот эта вот дисциплина на футбольном поле, даже в товарищеских играх она сегодня присутствовала. И самое главное, что и желание было. А кількість забитих м'ячів може вказувати на те, що гравці поставилися досить відповідально до цього контрольної товариської ігри? Так? Ну, я же говорю, что результат не так важен, но победа тоже, она всегда приятна. А количество мячей, это тоже заслуга ребят в первую очередь, то, что они на самом деле очень серьезно подошли к этой игре и воплотили то преимущество, которое у них было в забитой мяче. Ми побачили Бісєдіна, власне, ви його випустили зі стартових хвилин. На що розраховуєте найближчим часом з приводу цього футболіста? Ну, он только работал 2 дня вместе в общей группе уже. Сегодня дали игровое время, ему понятно, что большой период времени пропустил. Но самое главное, что его та травма, которая у него была, она его уже не беспокоит. А потихоньку через тренировочный процесс надо будет набирать, потому что у нас еще достаточно игр, и я на него рассчитываю.